еще одна величина, которая нам потребуется, это дисперсия. Ну, вы хорошо знаете, что если вам сообщили среднюю температуру в больнице, то это не значит, что, например, сказали, что она 36,6. Это совсем не означает, что в больнице дела идут плохо, и сейчас всех выпишут. Это вполне может означать, что полностью забит мозг, и реанимация работает как заблокочная. Просто, так сказать, а на таких больных, так сказать, находящихся в успешном более-менее, или подходящих к хорошему состоянию, их будут просто не будет. Поэтому мало сказать, что есть какое-то среднее значение. Надо измерить, насколько реальные значения будут отличаться от среднего. Значит, к этому делу служит дисперсия. Значит, дисперсия. Х – это математическое ожидание. Х минус математическое ожидание х в квадрате. Вот в таком виде очень хорошо видно. Что происходит? Вот это ожидание x минус ex возвести в квадрат и потом уже считать математическое ожидание. Но вот смотрите, что получается. Вот у вас ожидаемое значение, вот реальное. Так? Значит, вы хотите понять, насколько отличаются. Ну просто разность взять, это немножко бессмысленно. Да? Значит, возведем в квадрат. Нас интересует принцип отличия, как оно по модулю, да, большое. Но модуль плохая функция, все знают с 6 класса. Это отвратительная вещь. А вот квадрат это хороший, это все будет через 8 класса. Вот. Значит, вот квадрат возведен. Ну и поскольку это опять случайная величина получения, то, конечно, надо взять среднее отклонение. Вот получается, что надо опять вычислить математическое ожидание. Обратите внимание, что если у вас, грубо говоря, здесь рубли, разность это рубли, а потом квадрат расставит. Поэтому дисперсия это квадрат отклонения, а не само отклонение. Но тем не менее смысл понятен. Вот для дисперсии, просто раскрывая квадрат и пользуясь линейностью, имеет место еще одна полезная формула, которая часто упрощает вычислительную сторону дела. Давайте мы, чтобы это не оставалось просто нагромождением страшных формул, в нужной нам ситуации посчитаем, что же должно получаться. Вот возьмем бросание монеты. Значит, n раз, бросаем монету. У нас монетка не обязательно правильная. P это вероятность успеха, Q это вероятность неуспеха. И величина, которая нас будет интересовать, xn, это число успеха. Или число единичек. Вот давайте посмотрим, чему же равно ожидание числа успеха. Чему равна дисперсия числа успеха? Опять же, так же, как и выше, удобнее разбить эту величину в сумму более простых. Ведем величины, скажем, yk. Это единичка. Если на k бросание успех, и нолик, если иначе. Какова вероятность, что на катом бросании успех? Да, конечно, как и при одном бросании. Неважно, катом или какой. Значит, единичка с вероятностью P, нолик с вероятностью Q. Значит, чему равно математическое ожидание ВК? Это будет в точности N. Это будет в точности что? 1 умножить на P плюс 0 умножить на Q. То есть P. Слово, кстати, что математическое ожидание иногда имеет такое значение, которое даже не поймешь, что означает. Например, если вероятность падения орла, да, успешного падения, 1/2, то при однократном бросании получается ожидаемое число орлов половина. Что-то в стиле половины земляков. Вот. Но, значит, тем не менее, смотрите, что получается. Вот это начинает просто сумма. И, соответственно, математическое ожидание – это сумма математических ожиданий. Ну и что же у нас в итоге получается? Что математическое ожидание xn – это в точности np. Похожим образом можно посчитать дисперсию для xn. Я проделывать не буду, желающие могут это попробовать.
заодно потренироваться, что вот вы осознали из того, как работать с математическим ожиданием. Собственно, ну надо будет честно возвести в квадрат вот эту сумму, воспользоваться линейностью и определением. Значит, нам будет важно, что дисперсия xn это будет в точности n p u. Теперь для того, чтобы решить ту задачу, которую мы остановились, куда стремится частота успеха как-то осознать, потребуется еще одно неравенство, весьма, значит, неравенство очень полезное и называется неравенство Чебышева. Чебышев, выдающийся русский математик конца 19 века, много чем знаменит. Например, кроме математики, знаменит такими замечательными совершенно инженерными достижениями. Он занимался шагающими механизмами. И эти механизмы даже выставлялись в выставке в Париже. Вот есть замечательный сайт «Математические этюды». Там можно даже увидеть, как такие механизмы были устроены. Там есть такая мультипликация, значит, посвященная. Вот. Кроме того, Чебышев не только занимался математикой, вот такими механиками, но он еще и, говорят, продавал, торговал на рынке недвижимости. Так что к концу жизни скопил приличную сумму и, значит, завещал ее, правда, на издание собственных трудов. И его брат, который остался после смерти, он всю эту сумму вынужден был пустить. И Чебышев почти единственный математик русский, у которого изданы не избранные труды, а просто-таки все труды. Он действительно такой был могучий человек.